Всем огромный привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. И перед тем, как начать свое видео, я хочу у вас кое-что спросить. По статистике меня смотрит 76% людей, которые без подписки. Почему так? Но я хочу вам сказать 5 причин, почему вы должны подписаться и смотреть мой канал. Первая причина – то, что на моем канале очень часто выходит видео. Вторая причина в том, что в течение недели вы сможете проводить весело время. Третья причина. Вы сделаете мне очень-очень приятно. И за это я сделаю приятно для вас. Четвертая причина. Это то, что вы поможете мне собрать мою первую 1000. И на сегодняшний день это моя самая главная цель. И пятая причина – это то, что это все бесплатно. Вам не сложно, а мне приятно. Вот здесь вот красная кнопочка. Вы ее нажимаете, делаете ее серенькой. И огромное вам спасибо. Оля! Всем огромный привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я хочу с вами поговорить о медицинской страховке. Так что я хочу вам сегодня рассказать то, что с чем столкнулась лично я, с чем столкнулись мои друзья. И так что не судите строго, я рассказываю чисто свое мнение, свои взгляды, свое видение. Если у вас есть какие-то дополнения, пишите в комментариях, и мы тогда с вами пообщаемся. Я думаю, вы все в курсе и всем известно, что в Испании есть два вида страховки. Это частная и государственная страховка. Частная страховка отличается от государственной, что касается обслуживания, палат, ну, в принципе, ничем. Если, ну да, в государственной будет немножечко новее там мебель или, допустим, для тех людей, как для посетителей, да, будет не диванчик стоять, как в частной, а просто обыкновенное кресло или санузел будет больше размерами, там душевая, а в государственной более-менее, ну, то есть в принципе, все незначительное, а сам подход врачей, само лечение, все абсолютно одинаковое. У моей семьи, у нас у всех частная страховка, так как моему мужу по работе на семью выдают частную страховку. Ну, вот мне пришлось, допустим, 5 месяцев назад столкнуться. Мне сделали здесь операцию по удалению желчного пузыря. Да, палата у меня была супер. Ничего не могу сказать. Операция прошла просто на высоте. Но прошло 17 часов. Приходят и мне говорят: все, адьос. То есть собирайтесь и уходите домой, у вас уже все нормально, вы уже можете лежать дома. Все это перед выходом впаяли мне еще антибиотик, и все, и отправили домой. То, что я еще не могу сидеть, ничего, никого это ничего не интересует. Точно так же прошло 3 часа после операции, мне принесли уже чашечку кофе с молоком, печенье. Я, конечно, была в таком шоке, говорю, это, наверное, ошибка. Я только после операции, они мне говорят, ничего страшного, ешь. Я такая думаю, боже, я начиталась, я так боялась сделать себе эту операцию. Но мне врач говорит, ты ведешь тот образ жизни, который ты вела всегда. Единственное, что после операции неделю воздержалась. После, допустим, алкоголя, там жареная свинина, все такое. А вообще никаких ограничений. В этом я, конечно, немножечко была в шоке. Точно так же моя подруга. Она рожала в Испании. Получается, она в 10:30 утра родила.
Через 5 часов ей сказали: ну все, ты родила, все хорошо, нечего тебе здесь сидеть, не занимай место, иди домой. Все, собрали ей манатки, и она ушла домой. Точно так же, если, допустим, вы родились с кесарево сечением, то ровно там сутки вас подержали и отправили вас домой. И все, до свидания, лечитесь, восстанавливайтесь дома сами. И никто тебя лишний день не будет никогда и ни за что держать. Единственное еще что, что, допустим, разница между частной страховкой и государственной, это что ты можешь в частной страховке быстрее попасть к специалисту и напрямую сразу. То есть, если вам нужен там гинеколог, нервопатолог, уролог, ну вообще, ты записываешься, допустим, там 2-3 дня, и ты попадаешь к специалисту. В государственной клиники, конечно, этого нет. Ты можешь специалисту запись ждать 2, 3, 4, а то и 5 месяцев. И еще такой вот минус неудобно в том, что ты не можешь сразу записаться напрямую к специалисту. Ты сначала записываешься к своему терапевту и рассказываешь все, что тебя беспокоит. Тогда она уже дает согласие, нужен тебе этот специалист или нет. И опять же, это просто все трата времени, потому что ты записываешься к терапевту, ждешь время, когда тебе нужно прийти, потом тебя терапевт записывает к специалисту, ты опять ждешь, и то есть ты уже вообще забыл, что тебя беспокоило и что тебе надо было, потому что уже за плечами 4-5 месяцев. То есть разница между частной клиникой и государственной. Первое – это финансовые вопросы. И второе – это время. То есть, что в государственной больнице можно ждать долго, долго и долго свою запись к специалисту. А в частной страховке, в частной клинике, то есть ты попадаешь быстро. И еще, я считаю, конечно, это огромным таким вот минусом в Испании, это то, что скорая помощь здесь не приезжает домой. То есть, если у тебя температура 40, или, к примеру, у тебя там рвота, боли в животе, никто к тебе не приедет. Ты сам добираешься в ургенцию, и там ты можешь простоять 2-3-4 часа в очереди, и независимо, что у тебя, даже точно так же, если ты, допустим, приехала на руках с маленьким ребеночком, который горит от сумасшедшей температуры, то это никого не интересует, и ты будешь ждать точно так же, как и все. У меня вот тоже не так совсем давно была такая ситуация. Я приехала в ургенцию, у меня была очень высокая температура, у меня был сумасшедший цистит, и на фоне цистита открылось кровотечение. Я вот так вот вся по уши сидела в крови, никого это не интересовало. Они принимали таких, ну, людей с какими-то там, конечно, проблемами, потому что там здоровых нет, но такие, будем говорить, незначительные проблемы. И тут, значит, я стою в очереди, жду, когда меня вызовут. Женщина, значит, приводит своего мужа, вот так вот скрученного под руки. И я была со своей дочерью, говорю: Юль, вот смотри, я смотрю на этого мужчину, и я тебе даю 100%, вот судя по его лицу, у него инфаркт. Они подходят, значит, к этой стойке, они говорят: ну, ожидайте, вы же видите, что люди перед вами. Вот. Я, естественно, начала немножечко возмущаться, что
Посмотрите, видно же, тут даже не нужно быть медиком, видно, что у человека инфаркт. Ну, никто на это не обращает внимания, то есть они так на меня посмотрели, может быть, про себя и покрутили пальцем у виска, и тут вмиг этот мужчина вот так вот падает мне под ноги и умирает. Естественно, ор, шум, крики, главврачи, все, суета. Я вообще настолько была поражена, я была озлоблена о том, что это частная клиника. Вы видите, что настолько тяжелый человек, эта женщина, она такая, жена у него худенькая, маленькая, она его на себе еле притащила. И всем было абсолютно пофиг. Все занимались своими, там стояла эта девушка, которую оформляли, ну был у нее кашель, ну покашляла бы еще там 10-15 минут, нифига бы с ней не было. Ну нет. Вот. Я уже молчу за себя, то, что там у меня уже все позаливало, ну это уже такое. Точно так же, естественно, это все оттянулось, мы сидели, в общем, я сидела в очереди, больше чем 4,5, почти 5 часов. И при том, что за мной еще пришла женщина, у нее была какая-то травма позвоночника, ее притащили, не знаю, что там такое произошло, в общем, она не могла вообще стоять на ногах, у нее не было упора, ее держало трое мужчин, и она до такой степени кричала от боли. И вы что думаете, к ней кто-то подошел? Нет, она, как и все, вот это так вот висела на этих мужчинах и ждала очереди. Ее никто там не забрал, хотя бы где-то там, я не знаю, или положили, чтобы она лежа ждала своего приема. Вот это для меня, конечно, был капец. Это возмущению просто нет предела, что вот такое вот обращение. Точно так же, даже если ты, к примеру, сломал руку и будешь с поломанной своей рукой сидеть 2-3 часа, и вообще это никого не интересует. У нас вот друзья наши, мы, в общем, ходили с семьями гулять в парк, и муж моей подруги, значит, решил погонять с детьми в футбол. Подскользнулся, упал и раздробил себе локоть. Когда привезли его в госпиталь, значит, они его положили, и он несколько дней, представьте, человек несколько дней с поломанной рукой ждал операции для того, чтобы ему собрали этот локоть, найти шурупы, болты там, или как посадили. И никого не интересовало, что он терпит, как у него болит. Не, ну, то есть вот это вот как-то не понимаю. Но все же не только, знаете, как говорится, минусы и отрицательные стороны и медицины в Испании. Также в Испании все равно медицина, что касается чего-то такого срочного, глобального, здесь просто на высоте, вас очень быстро примут, доставят, дадут вам все самое-самое, что касается, к примеру, там реанимации, пересадки каких-то органов, кардио. То есть здесь, конечно, им, наверное, равных нет, они просто на высоте. Также огромный, я считаю, плюс – это то, что Испания на первом месте по донорству органов. И роды здесь также проходят просто на высоте. Так что я считаю, к примеру, что все равно положительных моментов в медицине в испанской больше, чем отрицательных. Да, конечно, профилактика, там какие-то там незначительные простуды или еще что-то
Здесь, конечно, фу-фу-фу. Что в Испании касается каких-то серьезных проблем, то, конечно, вам помощь доставят просто-просто на высоте. Также, к примеру, что касается препаратов. Если же, к примеру, вы обратились к доктору за рецептом, и, к примеру, вам нужно купить ибупрофен. Если я пойду просто так его куплю в аптеку, значит, мне этот где-то ибупрофен будет стоить 6 евро. Но если мне, допустим, врач дал рецепт, и я пришла с этим рецептом в аптеку, тогда где-то ибупрофен будет стоить, то есть 1,5-2 рубля. То есть приличные такие вот скидки, но все равно хочешь ты или нет, то ли тебе, то ли детям, ты все равно обязан обращаться к врачу, так как в Испании в аптеке ты никогда не купишь никакой антибиотик без рецепта. Так что, хочешь или нет, если есть какие-то проблемы, ты обязан обращаться к врачу. Вот, в принципе, все, что я сегодня хотела вам рассказать. Естественно, конечно, много чего упустила. Но если у вас будут какие-то дополнения, пишите мне в комментарии. Я всегда с радостью вам отвечу. Так что жду ваших комментариев. Всегда с радостью на них отвечу. И всем вам огромное спасибо. И всем пока-пока.